Лекция будет посвящена проблеме человека и проблеме отчуждения. Я буду говорить именно об этом, дополнив все это проблемами социального творчества и борьбы двух трендов активизма и конформизма, которыми пронизана современная жизнь человечества, и слово «современный» в данном случае следует понимать в очень широком смысле историю, как современность, как мир, в котором мы живем. Ибо живем мы не только сегодня, мы живем в истории. Этот подход марксизма принципиально значим, я бы его акцентировал, поставил здесь восклицательный знак. Бытие в истории – это важнейший принцип марксистской жизни, деятельности, познания, науки, всего, даже искусства и личных отношений. Поэтому вот этот аспект я буду постоянно иметь в виду во время нашей лекции. Соответственно, давайте начнем с самого ключевого в данном случае вопроса. Это о диалектике биологического и социального в человеке, о том вообще, что такое человек. Определение этого понятия столь же затруднено, как и очевидность того, что мы есть, что человек есть и что он отличен от мира животных, от мира природы. Но как только пытаешься это абсолютно понятное и очевидное перевести на язык строгих дефиниций и провести исторические и теоретические границы между человеком и нечеловеком, человеком и животным, человеком и искусственным интеллектом, тут же возникает огромное количество проблем. В марксистской традиции мы с этого начинали, материалистический взгляд на жизнь, на человека, на общество позволяет сказать, что главное качество человека – это общественная практика, которая рождается общественным трудом, деятельностью. Дальше встает не менее сложный вопрос определить, что такое труд и деятельность общественного человека, в отличие от функций, которые выполняет животное или искусственный интеллект. И здесь обычно используются два других понятия. Мы пытаемся уточнить характеристику человека. Это понятие творческой деятельности и понятие общественных отношений. Общественный человек, осуществляющий трудовой процесс, это человек, который обладает свойством Творца. Он богоподобен в этом отношении. И даже если мы говорим, что Бога нет, а я говорю именно так, мы говорим о том, что человек есть Творец. И в условиях, когда человек, вот эта его сущность, родовая сущность, как сказал бы Маркс или Лукач или любой другой последователь марксистской теории, вот этот родовой человек, человек в его родовой сущности, есть Творец. Давайте еще разочек, да, а то я боюсь с этими сложными сентенциями, я вас запутал. Родовая сущность человека – это его способность к творчеству в общественной практике. И этот феномен я попытался вам раскрыть, когда мы говорили о материальном и идеальном и о культуре. У Маркса есть довольно простая ремарка о том, что любой самый плохой архитектор отличается от самой хорошей пчелы, конструирующей улей, создающей улей, извините, вот не конструирующей, именно создающей, строящей улей, тем, что у него существует созданный идеально, созданный в пространстве культуры проект этого будущего сооружения. Вот это создание проекта, создание образа, создание цели, которая вытекает из предшествующей практики, из познания, отличает человека от пчелы, говорит Маркс. Создание идеального. И вот это выделение мира идеального, мира культуры при помощи творчества из пространства материального бытия и отличает человека от нечеловека. И это сотворение идеального, сотворение новой теории, сотворение нового образа, сотворение новых личностных качеств в процессе воспитания, сотворение новых знаний в процессе образования. Это то, что отличает человека.
И условно здесь существует масса нюансов, тонкостей, проблемы антропогенеза, возникновения человека, границы между предками человека и человеком. Это мучительная тема. Мы с Андреем Ивановичем Колгановым немало сил, энергии, времени и трагических часов посвятили попыткам разобраться в этой проблеме в аспирантские годы, трагически, потому что у нас очень мало что получалось. Но, тем не менее, нам показалась доказательной теория Поршнева и развитие очень сходных взглядов профессором Семеновым. Можете использовать эти труды, это серьезные труды о начале человеческой истории Борис Поршнев и книги и статьи, посвященные антропогенезу Юрия Семенова, профессора, и тогда вы поймете больше. Пока это не наша тема, и я здесь поставлю многоточие, зафиксировав способность к творчеству, постановке и реализации цели, способность тем самым к познанию художественному и научному этого мира, формированию идеальных отражений, формированию культурных феноменов и их опредмечиванию в практической общественной деятельности и способность вступать в общественные отношения отличает человека. Примем это как достаточную характеристику, даже если вы не считаете, что это определение. Дальше мы можем зафиксировать, что человек, безусловно, при этом остается животным. Точно так же, как животное остается при этом набором каких-то элементов химических, которые, наверное, можно свести к движению электронов и других составляющих атома, ну и так далее до бесконечности. То есть редукция возможна, но вопрос в фиксации качественного скачка от нечеловека к человеку и о том, как сохраняется в человеке, как практически действующем общественном существе, генераторе идеального, культуры, как в нем сохраняется биологическое. Я позволю себе некоторый образ, чтобы вот эту философскую зауму проиллюстрировать. Говорят, что великий символ движения за мир, голубь, был нарисован, если это можно назвать рисунком, был нарисован Пикассо на стенке окурком от сигарет. Почему об этом говорю? Потому что великий художник может создать культурный феномен при помощи абсолютно негодных средств. Стена в качестве пространства, на котором создается художественное полотно, это одна из самых плохих, наверное, возможностей для того, чтобы сделать картину или рисунок. Окурок – это, наверное, одно из самых негодных приспособлений для того, чтобы что-то рисовать, не говоря уже о серьезной живописи. И тем не менее, есть феномен культуры. Но если мне выдать идеально загрунтованный холст, колонковую кисточку, прекрасные краски, я создать феномен культуры не смогу, даже если буду очень стараться. Вот человек – это единство холста и творения на этом холсте. Социальное – это то, как художник пишет картину. А биологическое – это холст или стенка, краски, кисточка или окурок. То есть, понимаете, человек с плохой генетикой, больной, находящийся в очень тяжелых физических условиях, может при этом быть великой личностью. Островский, будучи слепым и израненным, писал книгу «Как закалялась сталь», которая для миллионов молодых людей стала, и не только молодых, символом того, что можно бороться до последнего, оставаться человеком, личностью, творцом, несмотря на адски неблагоприятные обстоятельства. Есть замечательные примеры, ну, в кавычках или нет, замечательные, подумайте сами, примеры того, как абсолютно здоровые, молодые, красивые мужчины и женщины оказываются никакими с социальной точки зрения. Эдакий социальный овощ, конформист, на котором что-то отпечатала общественная жизнь, без всякого личностного потенциала.
Безусловно, лучше быть здоровым, жить в хороших условиях, иметь качественную пищу, воздух, воду и так далее и тому подобное, и в этих условиях включаться в общественные отношения. Но жизнь устроена немножко иначе. Поэтому вот запомним этот феномен. Феномен человека как биосоциального существа, где биологическое – это материальные предпосылки человека как личности, а социальное – это то, что становится результатом человеческой жизнедеятельности в общественных отношениях и в общественном труде. Вот так я бы предложил определить и дальше работать не с тем, как генетика и биологические параметры влияют на человека, а с тем, как человек, как социальное существо, бытийствует в общественном пространстве. Вот этот социофилософский аспект человека мы будем рассматривать с вами далее. При этом оговорюсь, что существует фрейдомарксизм, который очень старательно пытается соединить различные неосознанные комплексы, генетическое наследие, бессознательное и так далее с теорией марксизма, как прежде всего социальной теорией человека. На мой взгляд, это в значительной степени порождение мира отчуждения, в котором интеллигент, отчужденный от своей сущности творца, копается в своих собственных биологических комплексах и подсознательном, убегая от проблем общественной ответственности. Но это моя очень жесткая оценка, возможно, я не прав. Зафиксировали вот эти важные моменты, и я хочу их специально подчеркнуть для вас, потому что иначе у нас дальше ничего не получится. Еще одна важная оговорка, прежде чем мы перейдем к пункту 1.2. Это характеристика человека как творца в мире отчуждения, где от него способность к творчеству отчуждена. Вот почему сущность человека как творца воспринимается в штыки? Почему человек как продукт комплексов бессознательного, как биологическое существо, социал-дарвинизм и так далее воспринимается очень часто более просто? И почему еще проще воспринимается и более массово воспринимается идея человека как продукта божественного творения? Да потому что появляется, вот давайте последний вариант возьмем, появляется некто, кому человек передает свои функции творца. Почему такой творец, Бог в данном случае, нужен? Прежде всего потому, что функции творца от человека отчуждены. Если ты раб, которого при помощи кнута и голода заставляют выполнять функции, которые тебе абсолютно безразличны и которые для тебя бессмысленны – строить пирамиды. Если ты крестьянин, который тысячелетиями, подчеркиваю, тысячелетиями осуществляет одну и ту же деятельность, распахал сахой, мотыгой, засеял, помолился, чтобы прошел дождик и не было засухи, и наоборот, чтобы не было наводнения. Убрал урожай, отдал большую часть господину, родил дитё, родил второго, родил третьего, два умерли, один, дай бог, доживет. Похоронил стариков 40 лет. Избил свою жену, которая уже обрыдла, потому что ей 25 лет, она уже старуха и урод. Получил батаги от барина, все равно какого, мандарина, римского патриция, ну, естественно, не он лично тебя бить будет, а другой раб, который стоит на ступеньку повыше. И так живешь тысячелетиями. Все, точка. Где здесь творчество? Нет творчества. На самом деле оно и здесь есть. Есть народная культура, есть очень много. Но, как правило, нет. Но если человек творческое существо, ну где-то должно существовать это творчество, оно существует. В виде идеального образа Бога, Творца, который тебя сотворил.
как разрешается вот эта проблема. Я по определению творческий субъект, с одной стороны, с другой стороны, я творческую общественную деятельность не включен, я раб. Разрешение – творец – это Бог, а человек – это раб Божий. Цитата из большинства религиозных книг. А Бог кто? Лорд, господин. Господь, господин. Я раб. Вот вам формулировка. Да? Я в данном случае говорю о Боге как социальном явлении, а не о проблеме непознанного и так далее. Тем самым можно по-другому сформулировать. Единство человека и Бога как какого-то идеального образа, отчужденный человека творческой способности, и составляет человека как родовое существо в отчужденном мире. Если мир не отчужден, если человек не отчужден от своей родовой сущности, способности к общественной творческой деятельности, то тогда Бог не нужен. Кстати, в условиях Ренессанса художник, исследователь говорит: Бог, ты творец, ну хорошо, пусть ты творец, но я тоже творец, я равен тебе. И творит образ Бога, тот же Микеланджело, да, как сильного мужчины в расцвете сил. Ну, насчет феминизма тогда было плохо. Извините, милые дамы. Возвращаясь к первому пункту, человек как родовое существо или родовая сущность человека – это его способность к общественной творческой деятельности, к общественной практике, как деятельности, к творческому труду, если сказать еще проще. Это очень важно. Но далее, попадая в мир социального отчуждения, пока используем это понятие просто как синоним того, что над человеком господствует рынок, бюрократия, еще кто-то. Все, признаки такие намерения. Итак, вот человек в мире отчуждения становится действительно рабом, но не Бога. Он становится рабом господствующих общественных отношений. Он становится рабом или рабовладельцем. Он становится мандарином или забитым крестьянином. Он становится творцом, который восстает против этого в период Ренессанса или в период крестьянских восстаний, или в период восстания рабовладельцев, рабов, которые ломают старую систему. Когда он пишет стихи, когда он восстает против религиозных догм, когда он говорит о любви, причем любви мужчин и женщин, о дружбе, вопреки стандартным наборам религиозных притч. Всякий раз он реализует свою эту человеческую сущность, но, как правило, он отчужден. И вот это отчуждение различно. И вот это очень важно, что человек по своей социальной природе есть продукт различных общественных систем, и потому это различные социальные точки зрения тип человека. Это различные социальные типы человека. Нет единого социальной точки зрения человека. Нет человека, который всегда был и будет, и не может быть другим, кроме как эгоистом. Нет этого. Нет человека, который всегда хотел денег, денег и только денег, и ничего другого. Нет этого. Есть разные люди. Есть человек патриархальный. Это господствующий тип на протяжении тысячелетий. Человек, который подчинен традиции. Если вы попадете в аулы, в деревни, все равно где. На Кавказе, в Средней Азии, в Индии, в китайской глубинке, в Центральной Африке, в горах Латинской Америки. Да даже в российских глубинных регионах вы увидите этого патриархального человека, для которого главное жить по заветам предков, чтобы было все так, как было всегда. Некоторым очень сложным таким отдаленным отзвуком, причем не сочтите, что патриархальный человек – это плохой человек. Это одно из фундаментальных качеств общественного бытия человека на протяжении тысячелетий. Я пока не ввожу критерий прогресса. Итак,
патриархальный человек сегодня звучит как приоритет семьи. Воспитать детей, которые будут любить родителей и которые родят своих детей, которые тоже будут любить родителей. А главная задача родителя, взрослого человека, это любить детей и любить своих бабушек и дедушек, и пап и мам. Плохо? Нет. Я сам маменькин сынок. Я сам всю жизнь прожил, считая, что мама для меня самый большой человек, друг и так далее. Ну, правда, у нас отношения были скорее не ребенка и родителя, а настоящих друзей и товарищей в общем деле. Но это очень важный, но другой нюанс. Это идет от тысячелетий. От тысячелетий, которые возникают еще из биологического предбытия человека. Этот человек патриархальный сохраняется и сегодня. Человек, который формируется различными классовыми системами, это может быть человек, который является, ну давайте возьмем феодализм, то, что поближе и чуть более известно. Он может быть членом общины, и он будет обязан следовать традициям общины. Он может быть человеком, который принадлежит к цеху, скажем, если это ремесленник средневековый. И он должен будет воспроизводить традиции цеха. Он будет определен как мастер или как подмастерье, или как внешняя особь для цеха. И поэтому как человек, который не способен делать горшки, ковать подковы, мечи и так далее и тому подобное. Этот человек будет частью клана или аристократического рода. Вот всякий раз, когда кто-то стремится быть, я не знаю, там, Строгановым, я не знаю, Сухово-Кобылиным или еще кем-нибудь, да, принадлежать к аристократическому роду. Он стремится воспроизвести свое бытие как части феодального, закрытого корпоративного образования, рода вот этого, идущего от общественных отношений феодализма, где род аристократический, в данном случае привилегированный, был символом того, что он может иметь крепостных, землю, господствующее положение и многое-многое другое. Вот это сохраняется до сих пор, вот эта принадлежность к определенной корпоративной структуре и клану. У нас даже бизнесмен делится тычей. Я вот Лужковский, да, используем старые времена, чтобы не говорить о нынешних начальниках. А ты чей? А я вот не его, а я вот такой. Дальше может быть кто угодно. Личность из администрации президента, человек-губернатор или человек-мэр, или еще что-нибудь в таком же духе. А если вы попадете в российскую глубинку, скажем, особенно там, башкирскую, татарскую, какую-нибудь еще какую-нибудь, то там все будет пронизано этими отношениями практически во всех сферах, включая университет. У меня коллеги, которые там работают, не дадут соврать. Там отбор на должность профессора осуществляется по принципу, какому клану ты принадлежишь, а не по принципу там, каких-либо других параметров, преимущественно, до сих пор. Даже деньги играют вторичную роль. А третий человек, я беру крупный тип, это человек экономический. Человек, который формируется экономическими отношениями, причем не какими-то экономическими отношениями, а рыночными. Homo economicus, по идее, должен был бы называться какой-нибудь homo marketus. Я не знаю, как рынок на латыни, но по-английски, наверное, это market man. Это человек рынка. Опять, по-моему, определение market man отсутствует, как ни странно. Вот видите, пока вам рассказывал, придумал новое понятие. Надо будет проверить. Проверьте, коллеги. Вот этот человек рынка, это то, что сегодня кажется естественным и единственно возможным. Если вы почитаете учебники по экономической теории, там будут сплошные макетмены, ну и макетвумены, чтобы быть уже толерантным. А также макет, не знаю кто, персонс, поскольку сейчас уже есть в Америке, знаете, анкеты там привлёте, ваш пол, мужское, женское, иное. Мужское, женское, иное. Да, вот. Ну ладно, отвлеклись на минутку. Неважно, пусть будет макетмен. Это человек, который позиционируется неоклассикой как единственно возможный тип личности. Этот человек рационально следует законам рыночной системы.
Как именно? Он максимизирует денежный доход и минимизирует издержки. Для этого человека труд – обременение. Запомним, труд есть обременение. А деньги есть цель, ценность, то, ради чего человек живет. Более того, этот рыночный человек отождествляет себя с товаром и с деньгами. Так рождается описанный Марксом в «Капитале» товарный и денежный фетишизм. Когда человек себя считает не личностью Ивановым, Петровым, Сидоровым, а миллионером или нищим. Человеком, на котором платье от Шанель, человеком, на котором платье от Красной Швеи. Пиджак от Большевички или пиджак от Хьюго Босс. Автомобиль Роллс-Ройс или автомобиль, я не знаю, там, Лада какой-нибудь, да, или никакого автомобиля, как у Бузгалина. Человек метро, да. И цель жизни – превратиться из человека, который стоит 100 тысяч долларов, или 10 тысяч долларов, в человека, который стоит миллион. И с гордостью сказать «я миллионер». Хотя на самом деле ничего гордого в этом нет, с марксистской точки зрения, это сказать «я эксплуататор, я сволочь». Если этот миллион я не потратил на общественный проект, во всяком случае. И здесь возникает, как и во всех других случаях, жесткое классовое противоречие. Противоречие между частью поголовных рабов, не частью, поголовным рабством, как эти рабами азиатской деспотии и пирамидой тех, кто обладает властью, собственностью, через дефис властью, дефис собственностью, да, азиатской деспотии. Рабов и рабовладельцев, крепостных, и сеньоров, наемных работников и собственников капитала с массой промежуточных социальных слоев. И вот это положение в определенной исторической системе, азиатской деспотии или феодализме, или капитализме, который начинается с рынка, для которого рынок есть всеобщая форма, определяет суть человека в его общественных отношениях. И эту же суть определяет еще и что? Его бытие в системе классового деления. Ну и, безусловно, тот вид труда, которым он занят. Мы с вами занимались проблемой классовой структуры на предыдущей лекции. Рождается другой человек в системе отношений, где начинается созидание нового коммунистического общества. В противоречии и борьбе социального освобождения и социального отчуждения. Ну, скажем, в СССР. Рождается человек советский, homo sovieticus. Другой человек, служащий государству, которое отчасти работает на людей, отчасти работает на номенклатуру. Представитель либо вот этой группы служащих, либо номенклатуры, соответствующими противоречиями, ценностями и всем остальным. Если интересно, читайте Александра Зиновьева, книжка так называется «Homo Sovieticus». Если хотите почитать про человека экономического, рыночного 20 века, читайте того же Зиновьева «Запад». У него книги называются так, как «Удар молотом по наковальне». «Запад», «Homo Sovieticus». Да. Вот. Ну и во всем этом пространстве еще есть мир культуры, в котором живет homo creator, человек творческий, человек, реализующий свою родовую сущность. Вот homo creator присутствует в любом человеке. Но в ком-то он, я подчеркиваю, homo creator – это черта любого человека, каждого человека. Но в ком-то он отношениями социального отчуждения задавлен. И он себя в этом качестве не реализует и не ощущает, за редким исключением. Редким исключением, когда он что-то познает, когда он принимает неординарное решение, воспроизводя традиционный аграрный цикл, распахал, посеял, сжал, три четверти отдал, четверть съел, оставшись полуголодным. Он что-то в этом меняет, чуть-чуть. Он все равно прятан. Он становится homo creator'ом тогда, когда он любит,
Почитайте стихи Кольцова о любви крепостных. К крепостной, от крепостной, между крепостной. Посмотрите на настоящие народные песни глубокие. И даже на похабные частушки. Просто современные такие отзвуки нам близкие и понятные. Да? Этот человек может быть хомокреатором в очень тяжелых условиях, когда пролетариат встает на борьбу за 8-часовой рабочий день в 19 веке, когда французские герои осуществляют революционные действия в 1700 лохматом году, свергая монархию, или потом в 1848 году, или в Парижской коммуне, создавая самоуправление, впервые в истории в массовых масштабах и так далее и тому подобное. Поэтому хомокреатор – это не только высоколобый профессор, который может быть совсем не хомокреатором, если он догматически читает все одно и то же и послушно, как марионетка, меняет свои взгляды. В 1989 году преподаю научный коммунизм, в 1992 году преподаю ненаучный антикоммунизм, да, и без всяких проблем. До 1990 года я материалист, с 1992 года я идеалист. В 1991 году я никто, потому что не знаю, какая власть победит. Мне одна из коллег, не буду называть даже никаких координат, сказала, говорит, вы знаете, я не понимаю, что мне писать про идеальную модель отношений в сфере медицины, потому что я не знаю, какое решение будет принято Думой и президентом в ближайшей исторической перспективе. Профессор, да? Вот вам, пожалуйста, конформист ученого с докторской степенью. Такими же могут быть художники, кто хотите. Ну, к этому позже. Вот важно просто, чтобы вы запомнили, человек может быть различным. Пошли дальше. Дальше. Оказывается, что вот это различие порождает различие целей, ценностей и мотивов деятельности и проблему разной рациональности. Разный не по степени, более рационален, менее рационален. А потому что рационально, а что нет. Вот у меня бэкграунд теоретико-экономический. Я когда-то должен был читать курс экономикс, микро- и макроэкономики. В 90-е я его прочитал, честно. Вот там ключевая проблема – это то, что человек в основном экономически рационален, максимизирует деньги, минимизирует затраты, прежде всего труд. Но иногда действуют нерационально. Вот есть такая закавыка. Более того, сейчас появилась поведенческая экономика, behavior economics, которая открыла в 21 веке, в конце 20 века, открыла вдруг, что человек, ведь иногда он-то другое. Вот такое вот гениальное открытие совершили, за это Нобелевскую премию получили. По экономике. Ну, я чуть-чуть утрирую только. Иногда ему важнее кружка, в которой есть особые качества, хотя она личностные качества, да, или особые обстоятельства ее получения, а не только то, сколько она стоит и какова ее там, полезность, да, и сколько надо затратить на это денег. Но еще раз говорю, проблема в том, что угодно. Он может максимизировать, прежде всего, труд, если он творческий человек, ему интересно работать. Я вам об этом читал лекцию. Он может максимизировать дружбу и товарищеские отношения. Он может максимизировать все вплоть до самопожертвования. Миллионы, извините, равноважен. Пример подвига, массового подвига советских людей во время Великой Отечественной войны. Миллионы людей отдавали свою жизнь, иногда по капле на заводе, иногда сразу на фронтах. Это была их ценность, это была их цель. Совершенно нерациональные с рыночной или какой-либо другой точки зрения. Да? Но действовали они рационально. Это не было биологическое действие. Биологическое действие должно быть другим, противоположным. Это очень важно иметь в виду, что можно быть рациональным, не обязательно максимизируя деньги. Но в условиях рынка кажется, что все, что не максимизация денег и товаров, это нерационально. Это какой-то ку-ку, это глупость.
рациональный человек так себя вести не может. Почему? Потому что так человек детерминирован системой отношений товарного производства, товарным и денежным фетишизмом, отношениями труда и капитала и так далее. Еще один подпункт характеристики человека, это ключевой наш сегодняшний вопрос. То, что человек становится не просто рациональным рыночным агентом, вот маркетменом, да, он становится еще и функцией капитала. Либо наемным работником, пролетарием, которому противостоит буржуа, собственник капитала. Либо в современных условиях, когда многое меняется, он обретает маску, я подчеркиваю, маску или превратную форму, давайте скажем строже, превратную форму человеческого капитала. Когда студент выбирает, куда ему пойти учиться, на факультет, который даст ему больше денег, лучшие возможности для карьеры, в конечном итоге опять для получения денег, или на факультет, которому лежит его душа, ну, скажем, преподавать русский язык и литературу детишкам в российской глубинке. Очень благородная историческая миссия. Или быть профессиональным воспитателем детского сада в Костромской области с зарплатой 15 тысяч рублей в месяц. Совершенно реальный пример. Буквально свеженький, да, этого лета. Или работать учителем в Омской области за 25 тысяч рублей. Тоже практический пример. Вот Наталья Геннадьевна знает. Да? Очень талантливый молодой человек. 30-летний просто. Великолепный парень. Или идти на адвоката, юриста в любом варианте, экономиста, политтехнолога, пиар, маркет и прочие деятели. Вот в этом случае человек действует как носитель человеческого капитала, максимизирует себя как деньги. Я хочу стоить не сколько там, 300 тысяч рублей годового дохода, да, капитализация, там, посчитайте, там, миллион рублей, да, человек. Я хочу, чтобы я был миллион долларов. Я как капитал, как деньги, которые должны превращаться в большие деньги. Мой прогресс оценивается тем, что я оценивал себя миллион долларов, буду оценивать 10 миллионов долларов. Или я оценивал себя в 100 тысяч долларов, буду оценивать себя в миллион долларов. Вот это человеческий капитал. Человек как капитал. Социальный капитал. Я дружу с тем, кто мне выгоден, кто позволит мои доходы увеличить, превратить 100 тысяч в 150 тысяч. Я буду строить свою семью с тем или с той, кто даст мне возможность увеличить мой денежный капитал. Родители для меня это прежде всего носители наследства, то есть возможность увеличить мой капитал. Дети для меня это прежде всего бесплатные няньки, которые позволяют увеличить капитал за счет экономии на сиделке или госпитале. Ну и так далее. Это социальный капитал. Рождается человек как капитал прежде тогда, в той мере, какой труд превращается в творческий. И тогда он обретает особую способность. И вот превращение творческого труда, создание феноменов культуры, неотчужденной родовой деятельности человека, человек, который реализует его как родовое существо. Помните, родовая сущность человека, способность к общественной творческой деятельности в общественных отношениях. Вот эта способность, которая сегодня становится массовой, отчуждается и превращается в капитал. Вот так складывается система новых общественных отношений и человеческого капитала, а также проблема социального капитала. Ну, к сожалению, у меня нет возможности подробно на эту тему читать вам лекцию. Если хотите, можно прочитать соответствующие тексты в глобальном капитале. Вот поэтому человеческий капитал – это господствующая сегодня отчужденная превратная форма реального содержания, то есть действительных изменений в деятельности человека, творческой деятельности, при том, что он подчинен рыночной капиталистической экономике, да еще и в условиях неолиберальной модели этой капиталистической экономики. Ну, вот так получается, к сожалению, отчуждение, даже тогда, когда человек обретает творческую по своему содержанию, по своему потенциалу
возможности деятельности и развития. Второй вопрос – социальное отчуждение. Я начну с некоторых картинок. Они зададут тональность, в которой мы будем работать, а мне кажется, тональность в данном случае важна. Эта тональность – это человек как тень. Знаете, у Шварца есть великолепный спектакль «Тень». Посмотрите, есть даже фильм такой, ну, фильм-спектакль. Там Даль играет главную роль, великий советский актер. Вот этот спектакль «Тень», ну, про любовь к принцессе, естественно, про что еще может быть сказка, да? Ведь, однако там есть очень хорошая, очень точная характеристика процесса чуждения, когда тень человека превращается в господина, а человек в раба этой тени. Ну, в сказках все просто. Приходит волшебник, который говорит, ты должен произнести заклинание. Тень, знай свое место. И этот господин тут же расстелится у твоих ног, ну, как тень, да? Правда, на очень короткое время, но все поймут, что он тень. Потом, правда, эта тень, снова вернувшись к качеству господина, тебя повесит. Ну, в сказке, естественно, все кончается хорошо, но образ очень точный, да? Вот эта тень, которая превращается в господина, это красивый образ того, что социальная тень, социальное бытие, отчужденное от человека, становится его господином. Давайте посмотрим картинки, да? Искренне советую посмотреть фильм «Конформист». Это как раз вот про бытие человека в отчужденном мире, причем отчуждение, которое не очевидно. Понимаете, отчуждение голодного крестьянина, которого порят на конюшне, очевидно. Отчуждение, когда тебя отправляют в ГУЛАГ, очевидно. А вот отчуждение, когда ты сыт, у тебя, в принципе, все нормально, вот тут все совсем непросто, друзья. Да? Здесь ситуация гораздо более трагическая, оказывается. Давайте пойдем дальше. Второй, вот следующая иллюстрация – это человек как часть толпы. Вот не случайно говорят, ты баран. Есть пастух, есть собака этого пастуха, и ты баран, которого стригут или которого превращают в шашлык. Вот это бытие человека в мире отчуждения. Человек-марионетка. Есть общественные силы, которые заставляют тебя прыгать и дергаться так, как велит мир. Ты любишь девушку, давайте я уже буду приводить пример мужчин. Но девушка бедная, а тебе надо делать карьеру, устраиваться на работу, у тебя нет квартиры, для семьи нужна квартира, соответственно, выбираешь ту, кто даст тебе все эти возможности. Помните песенку, а вы не помните, вы маленькие, Пугачева пела песенку «Все могут королей, тра-ля-ля-ля-ля-ля». Но что ни говори, жениться по любви не может ни один король. Полюбил девушку, которая посла гусей, его женили, естественно, на принцессе. Но если бы видел кто портрет принцессы, то не стал бы он завидовать Луи. Это из песенки, да? Даже король, вершина, казалось бы, власти в отчужденном мире есть функция марионетка. Марионетка определенных династических правил. Все. Можете посмотреть современный фильм. «Римские каникулы» – совершенно очаровательный фильм. Смотреть на Новый год, во время новогодних каникул. Любой культурный человек вам это подтвердит. Но там оказывается, что тоже очаровательная девушка, принцесса настоящая, принцесса английская, оказывается частью системы отчуждения и вынуждена действовать так, как ей предписывает этикет. Даже тогда, когда она пытается взбрыкнуть, ее хватает на одни сутки. Потом она чуть-чуть меняется, но чуть-чуть. Все. И вся прелесть настоящей человеческой жизни, когда она не раб вот этой марионеточной, дергающей за ниточки системы, оказывается ничтожной. Практически вся великая художественная литература про то, как человек восстает против отчуждения. Против вот этих рук. Не рук, извините, объективных законов, которые персонифицированы в виде полиции, хозяина фирмы,
кого угодно, да, начальник, вот эти невидимые законы, дергающие тебя за ниточки. Это может быть конформизм народа, в кавычках, который подчиняется каким-то формальным правилам, даже не понимая, что он подчиняется, причем иногда правила бывают даже не самыми плохими. Конформистами могут быть даже те, кто, по идее, должен охранять человеческую душу. Вот это высшие иерархии церкви, всякой разной церкви, которые, как видите, тут что-то там пьют с Леонидом Ильичем Брежневым, главой коммунистической партии, развивающей атеистическую модель мира. И ничего, главное, чтобы денежки были, и возможность занимать посты была. Потом эти иерархи поддерживали одну модель, потом другую, потом третью. Когда-то инквизицию, когда-то осуждали инквизицию, ну и так далее. Можно попытаться выйти из этого чисто формальным образом. Вот такого рода выход из бытия отчуждения, нонконформизм, это, я думаю, понятно, насколько сильный вариант решения социальных проблем. Ну вот это мне нравится уже, например, больше в качестве борьбы с конформизмом, но тоже не слишком далеко. Вот когда ты начинаешь о чем-то задумываться, попав в толпу баранов, и у тебя появляется самостоятельный взгляд, это первый шаг к тому, чтобы выйти из системы отношения отчуждения. Это конформизм с марионетками. Это конформизм со славой КПСС. Это конформизм церкви. Вот здесь Брежнев с иерархами церкви. Соответственно, дальше это попытки нонконформизма. Вот такие, и вот такие, и еще вот такие. Ну, это для мальчиков картинки. А вот это уже попытка бросить взгляд из толпы и как-то по-другому себя позиционировать. Это первый шаг к разотчуждению, к пониманию того, что ты в процессе подавления. Попытка понять, да, критически взглянуть на процесс отчуждения. Соответственно, дальше вот размытая фотография социального форума, то, где мы застряли, да, в моей лекции. Дальше я начну нормально читать лекцию. Это протест, демонстрация социального форума, по-моему, Европейского социального форума во Флоренции. Я специально использовал такую размытую фотографию, потому что здесь еще не ясно, что это, как это. И нам предстоит с вами в нашей лекции это проявить. Может быть, игра в нонконформизм и социальное творчество. Это плакат о том, как надо идти на выборы в Советском Союзе, где выбирать, в общем, было не из кого. Хотя элементы реальных возможностей участия в управлении были, но совершенно другие. Фотография борьбы, по-моему, это была борьба против вырубки Химкинского леса, когда делали платную автодорогу. Ну и дальше встает проблема активизма, о которой я буду говорить ниже. И давайте вот сейчас слайд, характеризующий, собственно, отчуждение. Да? Здесь мы можем зафиксировать, что отчуждение – это подчинение человека внешним, господствующим над ним силам общества, и это силы экономические, политические, духовные и так далее. Что происходит в результате? Человек отчуждается труд, его продукты, средства производства. Давайте каждый пункт посмотрим специально. Отчуждение труда. Когда ты выполняешь ту функцию, тот вид деятельности, который для тебя чужд, что есть. Твоя родовая сущность как архитектора, в отличие от пчелы, у тебя отсутствует. Ты теряешь функцию архитектора, ты превращаешься в пчелу. Тебя приставляют к конвейеру, и ты заворачиваешь гайку со скоростью, с которой движется конвейер. Тебя приставляют к станку, ты подставляешь резец и выполняешь стандартную операцию. Тебя сажают на сборку компьютера, и ты вставляешь какую-то детальку или что-то куда-то представляешь, или ты что-то строчишь, и клепаешь. Ты выполняешь операцию, которую задает машина. Труд отчужден и подчинен машине. Этот труд может быть подчинен капиталу. Ты делаешь то, что тебе сказал хозяин. Ты мечтаешь писать прекрасные стихи о настоящей глубине человеческих чувств, тебя сажают сочинять рекламный ролик,
который пропагандирует необходимость правильно использовать что-нибудь или пить побольше пива. Ну, в данных условиях, как играются в безалкоголь. Тебя отчужден продукт. Ты создаешь то, что тебе не принадлежит, то, что ты не создавал, то, образ чего у тебя не формировался. Ты не архитектор. Рабочий на конвейере не имеет образа автомобиля. Его в лучшем случае имеет, так сказать, дизайнер. Ну и тот создает не тот автомобиль, который он считает нужным людям, а тот автомобиль, который будет продаваться на рынке. Средства производства принадлежат не тебе. Ты работаешь на хозяина. Во всяком случае, так работает 80% граждан Земли. У нас 80% – это наемные работники до сих пор. Есть фрилансеры, есть самозанятые и так далее. Но вот, как правило, вот такая ситуация. В результате человек как субъект общественных отношений, человек перестает быть субъектом общественных отношений, он становится объектом. Он действует так, как диктует ему общественная система. Общественная система говорит ему, ты должен проводить субботний воскресный день, занимаясь шопингом. И большая часть людей занимается шопингом. Ну, либо прямо шопингом, либо посещая объекты шоу-бизнеса. Тоже шопинг, только шопинг в данном случае какой-то своеобразный релаксация. Есть возможность из этого вырваться? Есть. Кое-кто вырывается. Но отчуждение – это там, где не вырывается. Или в той мере, в какой не вырывается человек. А человек отчуждено общество. Общество – это не подвластный тебе механизм. Вот когда я веду передачи на радио или там диалог на телевидении, традиционный взгляд, а почему вот они так делают, а что там происходит, объясните. Но это уже попытка выйти из отчуждения, хотя бы понять, объяснить. В большинстве случаев считают, что так от Бога. Человек от Бога создан, один крепостным, другой барином. Крепостной должен пахать, барин должен его пороть и им управлять. Так от Бога. Так всегда было, есть и будет. Это позиция российского крестьянина 18-19 века. Пока не появляется Степан Разин, Болотников, Пугачев, ну или кто-то еще. И дворянин уверен, что он от Бога создан тем, кто должен пороть крестьян, которые без него жить не смогут. Я специально взял несовременный пример. Сегодня кажется, что человек от Бога создан так, чтобы максимизировать деньги. В большинстве случаев, в той мере, в какой человек подчинен отношениям отчуждения. В конечном итоге человек отчужден от самого себя, самоотчуждения. Вот тогда, когда я говорю «я миллионер» и говорю это с гордостью, человек сам от себя отчуждает свои личностные качества. Сфера отчуждения. Ну, вы фактически уже тут все поняли. Да? Это экономическое отчуждение в различных формах личной зависимости, вечной зависимости, зависимости от рынка, зависимости от капитала. В социальной сфере фетишизм и тоталитарная власть институтов, принадлежность к определенному классу. Очень много такого. Политическое, подчинение государству, духовное, бездумное исследование определенной идеологии или более-менее осмысленное исследование определенной идеологии. Более-менее осмысленное – это уже все-таки шаг к разочуждению. Подчинение религии, нравственное отчуждение – все то, что дано свыше, прописано в священной книге или продиктовано вождем, то и нравственно. Сжечь еврея – высоконравственный поступок, говорит вождь и представитель фашистской национал-социалистической системы, винтик этой системы, считает это действительно правильным и обоснованным. Разочуждение, снятие этого. Социальное освобождение, социальное творчество как разотчуждение, как снятие процессов социального отчуждения. Соответственно, это созидание ассоциированными индивидами новых правил, новых отношений, новых форм,
вместо подчинения рынку отношение, ну, скажем, дарение. Вот перед Творцом стоит выбор, мы его с вами обсуждали. Вы создали лекарство от насморка, вы можете его человечеству подарить, вы можете его запатентовать. То есть вы можете создать новую форму, собственность каждого на все, и начать ее реализовывать. И преодолеть отчуждение подчинения частной собственности, подчинение товарному денежному фетишизму. Вы можете подчиняться тому, что хозяин вам не выплачивает зарплату, вы можете создать статичный комитет и начать борьбу за то, чтобы эту зарплату выплатили. Это реальный опыт борьбы в нашей стране в 90-е, нулевые годы, да и сейчас во многих случаях. К сожалению, не во многих, но есть такая борьба. Да? У вас на глазах вместо скверика и детской площадки строят гараж или очередной шопинг-центр, или в парке, вот как где там, Бицепсом, лесопарке сейчас, да, опять вырубают сотни гектаров леса для того, чтобы построить какое-нибудь увеселительное сооружение. Вы создаете группу, кто начинает с этим бороться. Вы создаете новые общественные отношения, новые форумы, новые действия. Вы разочуждаете этот мир. Соответственно, для этого надо познать, тут буковка В пропущена, извините, надо познать объективные законы общественного развития и надо начать действовать в соответствии с этими законами развития и критериями прогресса, при этом убедившись в правильности тех или других критериев прогресса. Ну и, наконец, еще один очень самый сложный, тонкий вопрос – это проблема, насколько человек может и должен влиять на объективные процессы этих заги истории. Помните, мы с вами в первых лекциях говорили о том, что история не прямолинейна. В отличие от логики всемирного исторического общественных отношений реальных стран, она подвержена зигзагам, движению в социальном времени не только вперед по пути прогресса, но и назад по пути регресса, инволюции. Вот насколько человек может спрямлять эти зигзаги истории? Я использовал образ реки Волги, который падает в Каспийское море. Вот Волга делает зигзаг, а можно построить канал. Надо строить канал или не надо? Строить канал? А как? ГУЛАГ, принудительный труд, огромные жертвы. Или пусть без всякого ГУЛАГа, но все равно адская работа, тяжелая. Средства механизации минимальные. Адский труд, но спрямляем историю. Надо? И канал еще ладно. А если речь идет о реформах? Ну да, 8-часовой рабочий день хорошо. Но вы пошлете своих родителей под пулю полиции? Вы сами пойдете под пулю полиции ради того, чтобы у будущих поколений, может быть, был 8-часовой рабочий день. Это вообще правильно? А может быть, пусть люди работают 16 часов в сутки, если им хочется. Их же выбор. Вот большая часть из вас, уважаемые студенты, будут работать, ну, если не 16, то 12 часов в сутки, часто без выходных. И великий лидер либеральных реформ в России, который был кандидатом в президент, такой миллиардер Прохоров, сейчас постепенно сбегающий из России, выступил с предвыборной программой 60-часовой рабочей недели. А что, очень логично с капиталистической точки зрения. Надо побольше создавать абсолютной прибавочной стоимости. Да? Надо с этим бороться. Или пусть люди больше работают, больше получают, больше вещей смогут купить, если живы останутся. Вот так встает очень сложная проблема. Я забыл, что надо по-другому кликать мышкой. Но прежде чем говорить о ней, давайте поговорим о том, вообще, как люди вот в этом контексте отчуждения располагаются в своего рода социальной иерархии, особой социальной иерархии. Ну, во-первых, есть те, кто активно развивает отношения отчуждения. Я условно назвал хозяев. Это слово, кстати, используется очень часто. Мастер. Обращение рабов на юге США к рабовладельцу. Хозяин. Хозяин завода. Хозяином называют руководителя бюрократической иерархии очень часто.
Конформист. Тот, кто подчинен отчуждению, даже не понимает, что он отчужден и что он подчинен. Он считает, что это так всегда было, есть и будет от Бога. Хам. Знаете, вот это понятие есть в литературе, в художественном творчестве. Хам с большой буквы, не потому что это великий образ, а потому что это имя. Да? Кстати, это библейское, по-моему, имя, если я не ошибаюсь. Тот, кто защищает отчуждение. Нонконформист. Тот, кто выступает против отчуждения. Но можно очень по-разному. Можно просто выкрасить волосы в какой-нибудь бирюзовый цвет и считать, что ты нонконформист, потому что все ходят с нормального цвета волосами или более-менее нормального цвета волосами. Да? Можно сделать татуировки. Ну, еще 50 лет назад молодой человек или девушка с татуировкой воспринимались как жертва уголовного произвола или просто уголовник, да, или уголовница, я не знаю, как правильно сказать. Часто это украшение человеческого бытия. Социальный творец, тот, кто познал законы отчуждения и сознательно, в соответствии с этими познанными законами, борется за их преодоление, за снятие отчуждения. Субъект разотчуждения, термин Людмилы Булавки. Дальше встает интереснейшая проблема. Тут, видимо, надо было провести какую-нибудь черту, потому что это уже не в рамках этой иерархии. А вопрос о том, насколько творец, который берет на себя историческую миссию совершения реформы или революции, революционер, реформатор, ведь он же берет на себя ответственность за результат. Те, кто свергали царя в феврале 17 года и провозглашали республику, взяли на себя ответственность за то, что потом не будет царя-батюшки и будет другое общественное развитие. Те, кто начинали социальные реформы, я пока говорю, в пространстве капитализма. В Германии или во Франции или в любой другой стране, вводя частично бесплатное школьное образование, элементы бесплатной медицины, прогрессивный подоходный налог и так далее. Они брали на себя ответственность за это. Те, кто разрушал Бастилию, до сих пор национальный праздник Франции. Те, кто выступил против колониальной власти британцев, начал войну севера и юга в Соединенных Штатах Америки. Они все брали на себя ответственность за это, за миллионы или сотни тысяч убитых. Вот чудовищно циничная и мерзкая дилемма, которую поставили в период перестройки в 90-е годы очень многие, казалось бы, интеллектуальные деятели. Да надо было сдать Ленинград фашистам. Зачем надо было на блокаду обрекать иголок людей? Пили бы себе спокойно баварское пиво в Санкт-Петербурге или в каком-нибудь Гитлерграде. Ну, извините, в Гитлербурге. Надо было бороться голодным, холодным, умирающим. Надо было брать на себя за это ответственность. Есть ответственность конформиста за бездействие. Это великие слова, которые были сказаны многими художниками, слово, даже теми, кто художником не был, в прямом смысле слова, не поэтом, не писателем. Но одна из наиболее известных интерпретаций. Третьего дня фашисты пришли к моему соседу, коммунисту. Я не коммунист, я спокойно сидел дома. Вчера фашисты пришли к моему соседу еврею. Я ариец, у меня нет проблем, я спокойно сидел дома. Сегодня фашисты пришли ко мне и разграбили мою лавку. Я кричал, что я ариец, а мне объяснили потом тихо, что мой сосед, вступив в партию, решил, что ему нравится моя лавочка, меня надо отправить в концлагерь. Вот это ответственность конформиста за бездействие. Вследствие того, что конформист ничего не делает, побеждает фашизм, национал-социализм, в лучшем случае монархизм. Происходит феодальная реставрация в 21 веке во многих странах. Развивается мракобесие в нашей с вами стране, и многое-многое другое происходит. Да?
Поэтому тот, кто ничего не делает и ни во что не вмешивается, ответственен еще больше, чем тот, кто вмешивается. Ну или не вмешивается. Все это приводит к тому, что возникает вопрос о цене прогресса. И об ответственности ученого за то, что он познает или не познает. Если не познает, он превращается в того, кто сказал, я не коммунист, я не еврей, пусть грабят. Если он познает, он превращается в того, что, кто говорит. Фашизм – это плохо, коммунизм – это хорошо. Или социал-демократия – это хорошо. Или еще что-то. Это хорошо, прогрессивно. Вот это не прогрессивно, не хорошо. А если ничего не говорит, то он поощряет фактически победу тех, кто ведет к регрессу.